справились с землей люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война. После продолжительной битвы людям удалось одержать победу. И с помощью волшебного заклятия они заключили монстров под землю. Много лет спустя. Гора Эббот. Весь первый год. Легенды гласят, те, кто забирался на гору, больше не возвращаются. Всем привет, ребят, с вами я, Алекс Дерри, и сегодня мы поиграем в Undertale. Начинаем игру. Назовите упавшего человека. Ну, я назову так вот, в принципе. Ой. Господи. Так. Ну, в принципе, так нормально сойдет. Выбрать это имя, да. Конечно, выбираем. И Алекс. Тут на цветках. Так, управление. Так, Z. X это обратное. Z это нажать там. Ну-ка, C что значит? Вещь, стат. Алекс Уэр 1, ОЗ 20 с 20, атака, защита, ОП, ДОР, оружие, палка, броня, бинт, монет 0. Хорошо. Идем сюда. Так, и куда нам? Сюда, да? Приветик, я Флауи, цветочек по имени Флауи. Впервые подземелье. Не так ли? Черт возьми, наверняка в растерянности. Кто-то должен объяснить тебе, как здесь все устроено. Полагаю, старому доброму мне придется сделать это. Ну что ж, приступим. Так, цветочек по имени Флоу. Видишь это сердечко? Это твоя душа. Благодаря ей ты живешь. Ага. Ты начинаешь с очень слабой душой, но ты можешь усилить ее с помощью ее, повышая уровень. Что такое УР? Это уровень радости, конечно же. Ты ведь хочешь повысить уровень радости, да? Конечно, хочу. Не переживай, я поделюсь своей. А вот она, радость совсем близко. Маленькие белые, дружелюбные пульки. Приготовься. Двигайся, лови как можно больше. Ладно. Блин. Эй, дружище, ты всех пусти. Давай попробуем еще раз, хорошо? Ах ты, блин! Ты идиот! В этом мире каждый сам за себя. Убивай или будешь убит. И разве кто-то сможет упустить такую возможность, как это? Не понял. Умри! Ё-моё! Как мне выжить? Помогите! Чё за? Опа! Минус Флауи. Спасибо огромное. Что за ужасное существо мучает бедное невинное дитя? Ох, не нужно бояться, малыш. Я Тариэль, хранительница руин. Я прохожу через это место каждый день, чтобы проверить, не упал ли кто-нибудь. Ты первый человек, попавший сюда за столь долгое время. Идем, я проведу тебя через катакомбы. Сюда. Это что? Что это за звездочка? Может, как-то... А, вот так вот, да?
назад. Хорошо. Это сохранение. Добро пожаловать в твой новый дом, дитя. Позволь мне обучить тебя, как обращаться с людьми. Ага. Хорошо. Твоим полным головой. Древних связей и ложных вариантов и верных решений. Необходимо находить их, чтобы проходить из одной комнаты в другую. Пожалуйста, привыкни подключаться. Хорошо. Чтобы пройти дальше, нужно опустить несколько переключателей. Не волнуйся, я отметила для тебя те, которые необходимо опустить. Так, ладно. А, вот это вот такое. Хорошо. Я даже отметила его для тебя. А, ты не сходно, я даже с тобой дитя. Давай пройдем в следующую комнату. Дитя, знай, по человеку, живущему в пути земли, могут напасть монстры. Необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако волноваться не стоит. Процесс прост. Когда ты столкнешься с монстром, ты вступишь в битву. И пока ты находишься в битве, постарайся завязать дружескую беседу. Так. Тяни время, я приду, чтобы уладить конфликт. Попрактикуйся в разговоре с манекеном. Так, ладно. Мы столкнулись с манекеном. Битва. Действия. Вещи. Я могу нажать, пощадить, бежать. Ну-ка. А, во, говорит же. Вы говорите с манекеном. Кажется, он не расположен к разговору. Трейль выглядит такой счастливой. Вы победили, вы получили 0 ОП и 0 мы. Ах, очень хорошо. Ты молодец. В этой комнате есть еще одна голова. Интересно, сможешь ли ты исправить с ней? Так, пошли. Хорошо. Угу. Так. Трейль мне говорила оттянуть беседы. Хорошо. А где тут беседы? Ладно, комплимент. Вроде не понял, что вы сказали, но все равно почем. Лицо такое внутри. Не понял. А, пошли. Так. Так, и что? Вот и головоломка, но... Давай, возьми меня за руку на минуту. Так. Потом проходим через щеку, да? Все ясно. За нас пришли головоломки. Кажется, головоломки слишком опасны для тебя. Только у тебя все хорошо получилось, дитя мое. Однако у меня есть для тебя серьезная просьба. А. Доберись до конца этой комнаты своими силами. Прости меня за это. Куда побежали? Куда побежала? Нет, я без тебя не справлюсь. Ладно, шучу, справлюсь, конечно, но... Блин, обучалку мне не помешали бы. Там-там-там-там-там-там-там. И сколько мне идти? Ты не говоришь, что мне надо помощь идти? Так. Привет, дитя мое. Не волнуйся, я не оставляла тебя. Я была заколона все это время. Спасибо, что веришь мне. Ты должна отойти по делам, и тебе придется подождать минуту. Никуда не уходи. Найди в одиночку опасно. У меня есть идея. Я тебе дам мобильный телефон. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Хорошо. Будь умницей, договорились. Звонок. Алло, это Трель. Ты же все еще в комнате, верно? Впереди еще несколько головоломок, которые я должен мне объяснить. Было бы опасно пытаться решить их самостоятельно. Береги себя, хорошо? Щелчок. Ага, хорошо. Подвесил шорох листвы, мы выполняем сочетание. Я заполнил все остальное. Отлично. Еще листьев. Ой. А что это? Написано, возьмите одну. Раз конфеты все. Мы взяли конфеты. Нажмите все, чтобы открыть меня. Хорошо. Вот, видишь?
мистер Конфетка. Ага. Можно еще? Возьмите одну. 5 конфет? Да. Взяли еще одну конфетку. Какая она? Еще одну. Я чувствую себя последней сволочью. Ну ладно. Да. Взяли слишком много и слишком быстро. Конфеты рассыпались на пол. Посмотрите, что вы натворили. Да, я такой, конечно. Ква-ква. Прошу прощения, человек. У меня есть сила для тебя еще отбить. Если действуешь особым образом, не сражаешься до момента, когда почти победил. Они могут больше не захотеть сражаться с тобой. Если монстр не захочет сражаться с тобой, пожалуйста, используй пощаду, человек. Ква. Хорошо, ладно. Буду так делать. Логи прыгнет к вам. То есть я могу его пощадить еще, да? Квак-квак. А, пощада не работает. Так, Логи. Ладно, комплимент. Я так понял, что вы сказали, но все равно почем. Сильно покраснел. Квак. Следите. Пощада. Вот. И две монеты получил. Хорошо. Так, что это? Куда я упал? Ну-ка. А куда мне идти? Ну-ка попробуем. О. Ну что, я приблизился. Ну-ка, сразу пощадить можно? Да. Его сразу пощадить можно. Прекрасно. Звонок. Алло, это привет. Просто хотеть спросить. Что тебе больше по душе? Корица или ириски? Корица или ириски? Ну, ириски. О, понятно. Большое тебе спасибо. Чё-чё. Звонок. Алло, это Ириэль. Ты же ненавидишь корицу, да? Я знаю твои предпочтения, но... Можешь ли ты воротить нос, если сам нарежешь эту нос в Ириэль? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо. Ё-моё, ходит прыгнуть к вам. Так, ага, понятно. А, блин! Зацепил. Угу. Так, а что это? 3 из 4 серых камней. Советую тебе пройти. Угу, спасибо. А, блин, вот же. А-а-а! Вы издеваетесь. Так. Как ёшка тут. Блин. Походу тут придётся падать. Капец. Да блин, я случайно сюда. Это будет долго. Так что я пока нажму на паузу. Итак, ребята, я прошел эту головоломку. И тут нужно толкнуть эти камни, да? Да блин. Что-то весом приблизились. Так, ну-ка. А, одну. Нужно почти. Так. Пошли. Так. Отлично. Господи, эти монстры, блин, бесят каждый раз. А, блин. Эй, приятель. Почему ты взял, что он может толкать меня? М? Так ты просишь меня подвинуться? Хорошо, только для тебя, тыковка. Не понял. Ты что, совсем? А? Ты хочешь, чтобы я подвинулся дальше? Ладненько. Как еще от этого? Да ты издеваешься, что ли? Да блин. М? Так мне остаться надо было. Ты заставляешь меня реально попотеть. Соглашусь. Вроде-то вы к ним приблизились. Угу. Хорошо.
Хорошо. Угу. Ой, блин! Черт! Господи! Отлично. Кажется, у меня сам спросит, если просто выжил попросить. Хорошо, ладно. Так. Понимаю, что нужно нас может покинуть свою нору и засыпать. Мы вполне с решимостью. Призрак продолжает А вот он обставлен. Ой-ой-ой. Сейчас я прихожу в мир, потому что не купили. Если мне расстроить, то я купила. О, это деревья. Я уйду с твоего пути. Господи, нормально. 18. Несколько пауков везде вниз и дали вам кончик. Так, ладно, хорошо. Так, записываться? Да, записываться. Так, ладно, я теперь пропущу. Ледитой вылезется с под земли. Кукуруза тут, картошка, лук. Ну-ка, а что есть?
О, блин, эти монстры. Туда-сюда, туда-сюда. Так. Дальняя дверь. Не выход, она лишь указывает на поворот перспективы. Так. Ну-ка. Если вы сейчас не читаете это, вы будете смотреть. Мне все равно. Хорошо, ладно. Батюшки, это заняло больше времени, чем я думала. Что ты здесь делаешь, дитя? Ты ранила? Ну, я хорошо. Не стоило сама тебе долго. Было бы за тысячу, пока сделала тебе сюрприз таким образом. Ребят, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видеоролика. На этом у меня все. Всем удачи и всем пока-пока.